всех нас здесь собрал, объединил и хочет дать возможность высказаться фестиваль «Камва». Почему? Для чего? Почему это происходит? Об этом расскажет директор фестиваля Наталья Шустина. Мы занимаемся фестивалем уже 8-й год, и подготовка этого проекта длится в течение года. Мы изучаем различные срезы, как этническая культура, народная, национальная культура развивается на территории Пермского края, в России, в мире. И очень много вопросов, которые хотелось бы обсудить с профессионалами, которые занимаются именно практическим воплощением и развитием этого жанра современной музыки, традиционной музыки. Поэтому возникла такая идея поговорить с вами, участниками фестиваля, и мы пригласили также экспертов, профессионалов, которые живут в Перми и занимаются музыкальным направлением, для того, чтобы найти какие-то практические и проанализировать ситуацию на сегодня и в будущем. Некое аналитическое прогнозирование ситуации на ближайшие, ну, так скажем, 10 лет, потому что ситуация в национальной музыкальной культуре это действительно кризисное воплощение, и если это будет происходить таким образом, как происходит сейчас, такое ощущение, что через 5-10 лет мы можем не увидеть настоящих носителей традиций, мы можем потерять аутентику и потом как бы ее не восполнить, не вернуть, потому что то, что сегодня происходит на сцене, то, что сегодня происходит в эфире, можно больше назвать какой-то клюквой, попсом и таким вот странным шоу-бизнесом, да, за которым стираются грани и воплощение вот этого настоящего, что поддерживает народную культуру на духовном уровне. Именно это беспокоит нас в течение многих лет. Мы инициируем проекты, связанные с развитием традиционной культуры и воплощением ее в современных формах, этнических, синтез-формах. И, в общем, этому посвящен наш фестиваль. Спасибо. И вот сейчас для начала разговора и тех, так скажем, социальных проблемах, которые складываются, да, в области этнической музыки, народной музыки, мне бы хотелось предоставить слово Александру Черных, доктор исторических наук. Он этнограф, и как раз, поскольку мы находимся в Пермском крае, такой своеобразный социокультурный портрет он сейчас нам представит. Спасибо. Действительно, территория Пермского Прикамья, она уникальна, и вы уже почувствовали, находясь на нашей земле, и это перекресток, который во все исторические периоды был таким перекрестком народов, культур, судеб и три магистральные культуры, которые определили многообразие нашего Пермского Прикамья, это финно-угорская культура, это тюркская культура, то есть мы связаны здесь и с великим лесом, и с великой степью, и славянская культура, которая тоже приходит на территорию Пермского Прикамья. Естественно, все эти культуры здесь сосуществуют, обогащаются и создают на территории Пермского Прикамья, конечно, зафиксированы уникальные образцы фольклора всех народов, потому что многие народы, которые проживают в Прикамье, удмурты, марийцы, это такие небольшие островки, осколочки от основного народа, которые здесь, в пермских лесах, по пермским рекам, сохранили свою уникальную и самобытную культуру, которая, может быть, утратилась уже на территории основной части этноса, как, например, удмурты и марийцы до сих пор язычники, и не принимали ни христианство, ни ислам в большей части. С этим связана, вот, конечно, хорошая сохранность их культуры. Кроме того, если говорить вот об этнической культуре, в том числе затрагивая наш регион и в целом отвечая на позыв Натальи о ее судьбах, о ее перспективах, конечно, этническая культура и музыка в том числе развивается. И нам, с одной стороны, повезло, что мы зацепили этот пласт традиционной культуры, который, ну, вот, относится к 19-му, началу 20 века, к середине 20 века, потому что именно в этот период появилась возможность фиксации этого пласта. Но, с другой стороны, вечный парадокс, когда
пели все, мы записывали фольклор на восковые валики. Когда сегодня ищешь исполнителей, то есть огромные возможности для того, чтобы это все зафиксировать. Конечно, культура развивается, но вот эту цивилизацию, крестьянскую цивилизацию, как мы ее захватили, она и выступает таким вот базовым эталоном для наших современных реконструкций. Каковы ее дальнейшие судьбы? Она тоже может быть не идеальна. Понимаете, мы не знаем, что было раньше. Может быть, та культура, которая фиксировалась в 16-17 веке, и то, что осталось до настоящего времени, мы бы вообще не рассматривали ее как шедевр народного творчества, потому что когда-то это было все более сильно, более глубоко и так далее. Мы не знаем, что пели коми-пермяки раньше, до того, как они усвоили русские песни. Но сегодня мы восхищаемся тем, что коми-пермяки сохранили в том числе уникальный русский фольклор, потому что большая часть их фольклора, она на русском языке. Так? И, конечно, сегодня фольклор, он продолжает жить, может быть, в других формах. Мой ребенок тоже считает считалки, там знает какие-то детские песенки и так далее. Конечно, это не то, что было в нашем детстве, что было в детстве наших бабушек и так далее. Но это движение, движение времени, оно неотвратимое, и поэтому как бы расстраиваться можно по этому поводу, но это объективные обстоятельства. Главная задача, которая, как мне кажется, стоит сегодня перед нами, и перед исследователями, перед тем, кто вообще работает с традиционной культурой, это, во-первых, глубоко осмыслить, что это была за культура, что это была за цивилизация. Потому что сегодня есть, ну, такое поговорка, можно даже назвать, что в политике, в футболе и в фольклоре понимают все. И поэтому очень часто не хватает глубины погружения в эту культуру. То есть, когда мы ее начинаем на ее основе творить чего-то новое, а получается так, что мы ее не знаем. То есть, мы не знаем вот той глубинного содержания, которое она несла. И поэтому очень часто вот в реконструкциях, стилизациях этой культуры как раз вот не хватает этой глубины. Еще одна задача – это, конечно, сохранить это наследие для будущего поколения. Для этого самое главное, как мне кажется, многочисленная фиксация явления этой культуры в разных аспектах. Это, и, естественно, и книги с публикацией фольклора, и видеофильмы, и аудио. То есть все современные средства носителей информации должны как можно больше зафиксировать остатки этого огромного айсберга, который мы называем традиционной этнической культурой, который дошел до настоящего времени и который вот для нас выступает определенным эталоном. И уже потом на основе этой зафиксированных артефактов культуры мы можем творить. Но мы всегда будем знать, где вот он, это настоящее, к которому всегда можно вернуться, куда бы далеко реконструкция тебя не занесла. И вот изучение, погружение в эту культуру и публикация фактов этой культуры, это то, что позволит ей в какой-то форме жить в будущем и на основе нее создавать уже современное, так скажем, произведение культуры и искусства. Я хотела бы обратить ваше внимание, что как раз плодом совместной работы фестиваля «Камва» и пермских этнографов, ученых, Александра Черных в частности, вот стала такая серия «Традиционный фольклор народов Прикамья». Здесь собраны исполнение песен, музыки обрядовой коми-пермяцкого, удмуртского, марийского, башкирского, татарского и русского фольклора. Еще у нас есть уникальный носитель, в общем-то, фольклорной традиции, аутентичной. Это Татьяна Лар. Она представляет Ямало-Ненецкий округ. И вот исполнительство как раз народной, национальной ненецкой музыки. Если взять мой народ ненецкий, в самом деле сохраняется фольклор. И кроме того, что я вот носитель, да, и учу детей, у меня приходят студенты, я, конечно, у меня нет музыкального образования, приходят студенты, но петь так, как наши поют немцы, кроме носителей, наверное, никто их не научит, поэтому я учу своих детей, студентов. И немножко печально, что иногда приходят, они не слышат те звуки, которые есть в ненецких песнях. Вот эти интервалы маленькие, меньше полутонов, они поют, конечно, вот эти звуки они не слышат. Единственное, что я, да, когда бываю беспомощна, я прихожу к тому выводу, что надо как бы себя расслабить, услышать звуки природы, заставляя их закрыть глаза. И дети
прислушиваются, и я говорю, вот услышите, вы были чуми когда-нибудь, слышали треск костра, например, звук веревки, которая на чуме. После этого начинают слышать. Вот. Конечно, может быть, на генетическом уровне все равно, наверное, есть у них в это, но все равно печально, что дети не знают. Вот в этом, на этом уровне, конечно, да. А так вот язык, традиции, обычаи дети знают. Татьяна Иванова, то есть этот человек-практик, преподает в нашей Академии культуры и искусства, и вот, в частности, приходит к студентам и пытается познакомить их с музыкой аутентичной, записанной, исполняемой народными исполнителями. Как это происходит? Я действительно работаю в Академии искусства и культуры нашего города. У меня большой практический опыт работы и с детьми, и с молодежью разного возраста. И хочу сказать, что, безусловно, фольклор нашими студентами и детьми воспринимается очень неоднозначно и во многом, кстати, зависит от того, на каком носителе ты его принес. Я вот всем рекомендую вот этот замечательный золотой фонд Пермского края. Там действительно можно встретить много нового и интересного, даже для специалистов. Но что хочу сказать, когда вот эти диски ставишь детям, особенно школьникам, которые вот не существуют в этой традиции, они смеются. И мне об этом говорят мои коллеги, работающие в музыкальных школах, потому что поют действительно носители фольклора людям там за 60 лет. И наши дети, которые привыкли к другому исполнению, в общем-то, для них это смешно. И вот в связи с этим я хочу сказать, может, не в связи с этим, у нас в ВУЗе сейчас организуется такой интересный проект, «Этноальянс» называется, и в рамках этого проекта мы готовим такую художественную композицию, основанную на фольклоре нашего Пермского края. Но будет эта композиция исполняться разными специальностями, которые есть в нашем институте. В частности, вот на моей кафедре есть академический хор, есть народный хор. Академический хор, который существует, естественно, в европейской традиции, и народный хор, который изучает общерусскую традицию и поет в ней. И мы хотим соединить вот эти разные стилистики в одном произведении. У нас есть, опять же, человек, который само его присутствие является удачей для нашего фестиваля, это Назим Надиров, специалист. То, что мы считаем музыкой того народа, это тоже обман. Это все мифология. Мы говорим для профанов, да. Мы для профанов выходим в эфире в Лондоне или в Гамбурге, говорим, это туркменский бенд Ашхабад, и все страшно счастливы, это классик. На самом деле это не туркменская музыка. Вот. Но это никому уже не интересно. Во всем мире это признано как туркменская музыка. Потому что это группа Акшабат, как они говорят, Ашхабад. И я замутил когда-то этот проект. На самом деле это не туркменская музыка. Это соединены турецкий мелодизм, взятый из сериалов. Птичка там как-то была какая-то птичка. Помните птичку эту? Турецкий сериал. Королек, птица, певчая. Вот. Этот мелодизм взятый персидский, потому что прямо на границе 12 километров там Персия находится от Ашхабада. Взята азербайджанская мелодия, потому что оба аранжировщика Сабир и Гасан Мамедов, они эти, как бы азербайджанцы вообще сами живущие там. Это все соединено как нечто, которое выдается за туркменскую музыку. Поневоле я стал продюсером этнической музыки, мне просто понравилась там музыка в Туркмении, Таджикистане, Бадахшане. Я стал первым издателем, потому что в 1989 году найти дураков, которые бы за свой счет там издавали туркменскую или бадахшанскую музыку, не было таких идиотов. Вот. Поэтому пришлось самому издавать и возить их по Западу. То есть тем самым я зафиксировал этот пласт культуры, да, который остался. Но любое движение, которое ты начинаешь, да, с благими целями, оно извращается. Это закон природы. Я первый пригласил Джована Гаспаряна, когда-то подружившись с ним в Берлине. И что? Я приглашал его для того, чтобы в ресторанах там этот играли. И самая высшая точка, когда в Белорусском вокзале я сижу в машине и играет Бижан Муртазави, иранский скрипач из киоска. Я подхожу, говорю, а что за скрипка? Это не скрипка, это дудук.
не глухой, это скрипка играет, Бежана Муртазаверанского, музыкант. То есть издает Сырен, сует мне диск «Магический дудук». Народу уже все равно, диск называется «Магический дудук», играет скрипка иранская. В том виде, в котором оригинально это употребляется в жизни, этот фольклор так называемый, или этнический, неважно, оно неудобоваримо для других. Таких дураков нет, чтобы слышать коми-пермяцкие там песни, там, условно говоря, в Париже. Не найдешь таких. Вяртина там якобы во всему миру 2,5 миллиона продал, тоже финно-угорские песни. Это все лошадь, никакие не финно-угорские, это все обработано, роком прибавлено, прибавлено. То есть дается такая конфетка. Ну, то есть на самом деле вот и существует еще такая форма, такая теория о том, что этническая музыка — это все-таки та музыка, которая коммерциализирована, то есть которая коммерциализирует национальную традицию разных этносов. Типа «Пса в ресторане» и «Балаган лимит» — это тоже, в принципе, нельзя сказать, что это не фольклор. И та же Кадышева, какая бы она ни была, это и есть фольклор русского современного народа. Мы не можем... Почему? Почему миллионы слушают? Мы можем фыркать, фу, но все же тащатся. Мы не можем закрывать на это глаза. Это значит фольклор современного русского народа. Они поют, подпрыгивают у киосков, и они счастливы. Это вот современный фольклор. Нет, а нам это не нравится. Мы, наверное, да, не можем так сказать, потому что все-таки в этот момент что-то утрачивается. А раз это утрачивается, то это уже нельзя говорить о том, что эта традиция передается. Это совсем, так скажем, секуляризация некая происходит самого понятия и самой, собственно, музыки. А вот у нас есть другой пример. Это Марина Санникова, это наш гость фестиваля. То есть как раз вот ее коллектив «Птица тыла Бурдо», а, как я знаю, не занимается тем, что собирает фольклор, не ездит по деревням и пользуется каким-то другим способом, да, воссоздания традиции. Да, в основном люди там у ларьков стоят, там слушают Кадышева и поют от души, там, Киркорова, Кадышева и так далее. Я хочу сказать, что да, конечно же, у каждого человека эмоционально, там, психологически, через музыку. Музыка — это самая важная вещь, чтобы, может быть, где-то раскрыться, где-то выплеснуть эмоции, где-то почувствовать себя. А поскольку традиции настоящей вот музыки, они утеряны, и люди с детства и до старости слышат то, что им дается из масс-медиа, и это в основном, конечно, в нашей стране. В основном это поп-музыка низкопробная. То да, они поют это, но они поют это не от души, они поют просто за неимением другого. Самое главное, вот на мой взгляд, да, что есть в народной музыке, и то, что, может быть, отчасти утеряно в классической, и тем более сейчас современной, это строй, это натуральный строй, это вот то, что говорила Татьяна, то, что она передает своим детям, вот эти вот пол, вот эти микротоновые, вот эти дела, потому что это настоящая природная вещь, которая поднимает дух. Это человек, не знающий нот, он это чувствует. Бабушки в деревнях, люди исполняющие, они это чувствуют, они могут это делать неосознанно. Но когда они находятся в правильном состоянии певческом, да, они это делают. И это получается сонастройка человека с самим собой. Это сонастройка человека с природой. Это сонастройка человека с космосом, чем угодно. Ну, то есть это гармонизация. То есть своего рода даже некая терапия. Естественно. А вы можете сейчас что-нибудь исполнить, немножко настроить нас? Вы заговорили о натуральном строе, но натуральный строй, он действительно существует в природе, а в профессиональной музыке такого понятия нет, к сожалению. А композиторы со времен Баха разделили октаву на ровные 12 частичек. И каждая из этих частичек, каждый интервал этого строя – это компромисс, это ложь.
он звучит, все звучит ложно, любая квинта звучит грязно. Но благодаря этому компромиссу мы можем уходить в очень далекие какие-то дебри, в тональные, потом возвращаться можем, мы можем модулировать, что было противно, кстати, Мусоргскому совершенно. Он говорил, я ненавижу, не люблю эти модуляции, немецкие модуляции. Я вот по-русски сел уже вот в одной тональности, в унотональности, и меня уже не сдвинешь. Как, кстати, боролись на заре советской власти. Был такой композитор Авраамов, он Луначарскому писал письмо. Бах и его, значит, сподвижники, они извратили слух советских людей. Нужно для того, чтобы вернуться вот к природе, к настоящему вот такому пролетарскому пению, народному пению, надо все рояли сжечь. Был еще один композитор на рубеже 19 и 20 веков, в Австрии, правда, это Арнольд Шонберг. Арнольд Шонберг сказал, а фольклор – это плохо. Профессиональная музыка и фольклор – вещи несовместные. И он придумал систему додекафония, где вот все эти 12 звуков вот этой гаммы, они в определенной последовательности, ничего другого нельзя. Вам, может быть, кажется, что это странно, какая-то схоластика и так далее, но вот эта система, она доминировала в музыке 20 века. И она оказала огромное влияние на всех профессиональных композиторов 20 века. Весь 20 век – это история воздействия на миллионы людей, начиная от политики, там, большевизм, фашизм и тому подобное, социологии, хиппи, перестройки и тому подобные вещи. И, конечно, культуры самые главные, и, конечно, музыки как самой волновой. Давайте возьмем джаз. Spirituals, Gospels, регги и тому подобное, рок-н-ролл, миллионы, миллиарды. И вообще, кто хоть как-то чуть-чуть современную музыку анализировал хоть раз, понимает, что хитов, оставшихся во времени, неважно, в каком стиле они сделаны, Led Zeppelin, или это Боб Марли, или это группа U2, или там хоть кого копни, любой хит настоящий, который выдержал проверку временем, обязательно нормальный слушатель, нормальный наблюдатель найдет там этническую составляющую этого. Не может быть, чтобы головой только придуманная музыка держалась, ну, для специалистов она может держаться веками, но и самое главное, воздействовала. Я воспринимаю этническую музыку именно так. Весь 20 век нам показывал, что культура начинает занимать все больше и больше пространства в жизни, ну, планеты, если хотите. И идут всякие различные пробы этого воздействия. Любой нормальный слушатель, уже даже у нас, я уж не говорю про Европу, платит сейчас деньги за билет, чтобы пойти и не просто послушать. Есть часть публики, которая всегда была и всегда будет. Но их это не касается. А обычно нормальный человек, который вчера был полный зал, блин, Берсена и тому подобное, они платят билеты, чтобы погрузиться во что-то, окунуться во что-то. И современный, качественный, современный, будь то электронный, симфонический музыкант, просто обязан обращаться к этим архетипам. Не существует уже давно, любой электронный музыкант знает, что у нас не существует никаких граней между африканским, новозеландским, австралийским, ирландским. Я это все вместе сложу, я вычленяю для себя культовость музыки. И я только ей следую. То есть поиск вот этого воздействия однозначно приведет любого искателя к этнической музыке. Народы приходят, уходят, вносят свою ленту в общую человеческую культуру. Кто песнями, кто математикой, кто философией, кто... Это естественный процесс. Народ всегда слушал и будет слушать попсу. Это тоже естественный процесс. Я профессиональный композитор, да, меня некоторые вещи завели просто, вот, да. Я хотел напомнить вам, в 20 веке Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал седьмую симфонию, которая оказала огромное влияние, ну, наверное, все мы ее знаем. Там нет ни одного фольклорного мотива, и там совершенно нет этники, и оказала огромное влияние. И еще один пример я приведу, Мишель, хит на все времена, Битлз. Где там фольклорный материал? А музыка профессиональная, многоголосная, да, вот европейская, вот она развивается, вот многоголосие, да, далеко не всегда так было. Ее создали монахи. Монахи в Средневековье. И существовала параллельно народная музыка, фольклор. Так вот, монахи культовую музыку создали в противовес фольклору, чтобы когда человек приходил в храм, он слышал глас Божий. И когда вы смешиваете культовую музыку и народную музыку, этого смешивать нельзя. Как раз культовая музыка создалась в противовес народной. Мне кажется, мы подменяем одно понятие другим. То есть
понятие музыка народная и понятие музыка для народа. То есть, мне кажется, вот глубинные корни абсолютно разные. То есть музыка для народа – это какой-то коммерциализированный подход, то есть смешение жанров и так далее. И музыка народная, ведь почему народ поет? Потому что у него есть в этом глубинная потребность, правильно? И в каждом человеке сидит где-то очень глубоко-глубоко. А главное – найти эту жилку. Неважно, на чем ты играешь, какие гармоники ты используешь, каких народов. Если это идет изнутри, если ты слился с неким космическим разумом, как бы банально это ни звучало, да? Вот это и есть народная музыка. Поиск Владислава Надишана – это как раз самый, мне кажется, современный, самый авангардный из всех представленных здесь. Можете вы показать что-нибудь и рассказать об этом? Я родился в условиях отсутствия культуры традиционной. Ну, все уже здесь пришли к соглашению, что традиционная культура в России как таковая не действует, как сила, воздействующая на сознание нации. Объединяющая, да. Поэтому, как человек, родившийся вне культуры, не имеющий ее, я начал какой-то свой поиск этих корней, неизвестных мне. Вообще, где их искать было, тоже непонятно. Потому что сам термин «традиционная культура» отсутствует в картине мира человека, рожденного в Советском Союзе, там, в определенное время в провинции. Он не существует, да, в картине мира. Поэтому ты не можешь знать, что тебе искать, какая культура, где она. И только когда ты услышишь там какую-то там индийскую, африканскую музыку, ты понимаешь, о, у людей что-то там, что-то существует такое, что они тысячелетиями, наверное, развивали, что у нас вообще не было никогда. То есть я об этом не знал. Я русский фольклор услышал в 27 лет, когда я уже был музыкантом, когда я уже делал свои инструменты, когда я уже знал музыку Индии, там, Скандинавии и прочее. Таким образом, ну, как я уже сказал, выбора-то никакого и не было. Берешь инструмент, калюку, скажем, да, кто знает, как на ней играли. Ну, я для себя избрал, в общем-то, такой путь, что вместо того, чтобы жаловаться на отсутствие традиционной культуры, я извлеку из этого пользу. Я начну что-то такое, как бы, ну, придумывать. Вот как бы, как вот они играли на токалюке, да, скажем. Что бы такое бы я сыграл, чтобы было похоже на русскую музыку. И это, знаете, это неимоверно развивает воображение, фантазию. Какие-то, собственно, твое тело начинает учиться чему-то из воздуха, там, не знаю откуда. Но, то есть, в этом есть для меня позитивный очень большой элемент. То есть, можно развивать... В отсутствии как бы вот этой традиционной культуры можно развивать какой-то свой собственный фольклор, который из тебя идет. Не благодаря среде, а вопреки среде. И, собственно говоря, я призываю всех вот это и делать. Да, наверняка здесь все это и делают. Я могу вам показать, кстати, тут есть у меня инструмент. Русский народный, калюка называется. Интонация там очень нетемперированная. Да. Тем не менее, это очень-очень реально, очень возможно внедрять его в какие-то, то есть сочетать с какими-то джазовыми аранжировками, с какими-то хитрыми аккордами, с инструментами, с которыми этот инструмент не предназначен звучать. Я заметил очень интересную тенденцию. У меня в последние 3 года появилось где-то около 100 учеников по всей Европе и по России, разумеется, Беларуси, Украине, в плане волынки. То есть ученики-волынщики. Вот, то есть это говорит только о том, что интерес к инструменту проявляется. Еще раз повторю, я говорю как бы только на уровне своего собственного инструмента. Вот, и поэтому перспективу я вижу. Как, ну, вот, перспективы, например, волынки, как фольклорного инструмента, как народного инструмента, будут проходить интересы таких глобальных вещей, скажем так, небольшим областям. Вот сейчас в России идет гигантский всплеск к музыке Астурии, есть такая область, к музыке Галисии. Отдельно мои друзья занимаются музыкой басков, например, вот есть такие вещи, как бы. Это все взаимосвязано, и я все-таки не вижу повода как-то расстраиваться. Мне, наоборот, кажется, сейчас очень большая волна интереса именно к народной музыке. Очень много людей возникает
из того же интернета, которые проявляют интерес и хотят в свою жизнь как-то это включить. Даже вот элементарно, извините меня, но вот на уровне сыграть свадьбу в народном духе. Более того, пришли люди и сказали, вы знаете, а ведь у наших людей раньше, у крестьян, у них же ведь не было музыкального образования. А почему это так красиво звучит? Я вам цитирую буквально это. Вот, поэтому я считаю, что и собирать мы еще будем. Вот мы буквально через 2 дня поедем в Коми округ собирать. Эпицентр интереса к народной культуре вообще будет двигаться в сторону от культуры больших наций, от той же великорусской и так далее, в сторону, значит, интереса к культуре малых народов. И в том числе и древних народов. Можно подытожить, что замечается рост собирательства фольклора, да, и, может быть, расширение некое, по крайней мере, можно говорить на сегодняшний момент, аутентичного исполнения, да, в том числе благодаря фестивалям подобного рода, да, и благодаря каким-то другим формам культурного общения. Что у нас существует поиск новых форм и жанров для воплощения этнических тем, ритмов и традиций, что у нас, наверное, нам предстоит изменение каких-то форм фольклорного преподавания, да, ведь, Татьяна, потому что я так поняла, что очень много зависит от того, что нет таких методик современных, да, для того, чтобы интерес к фольклору был зарожден, и чтобы он к народной традиции был каким-то образом повернут наш молодой слушатель. Да, да, то есть, возможно, будут новые какие-то проекты, новые методики. Не думаю, будет что-то хорошее с самой музыкой, потому что ее уже практически нет, как культура не существует она и практически, только какие-то островки, которые вот на звуконосителях, там действительно трудно уже отличить, это татарское, удмуртское или что-то такое, я знаю эти записи, но это совершенно не должно нас сбивать с пути. У нас другие задачи. Это то, что произошло, не наш сталинизм и там и большевики, это не мы породили, не мы в этом виновны. Наша задача сделать вид, что все будет прекрасно, продолжать свою деятельность. В этом смысле и записывать, и поддерживать культуру на всех ее уровнях, и радоваться, что есть Наташа Шостина, нас приглашает на этот фестиваль, и пытаться представить те островки или огрызки той культуры, которые нам достались, в таком виде, которые они нам достались, сохранить это и представить удобоваримым для будущих поколений виде. Мы собрались в рамках фестиваля «Камва», и это этнофутуристический фестиваль. И, наверное, музыка, вот я тут согласен с вами как раз, музыка, наверное, это просто та плоскость, которая позволила всем нам собраться, да, быть на этом фестивале. Но этнофутуризм, наверное, вот насколько я понимаю, правильно или нет, Наталья, это какие-то древние знания, которые мы будем транслировать в будущее, и на основе них что-то такое будет хорошее и правильное. И то, что будет позволять нам сохранить себя в будущем. А я не знаю, насколько эта идея реалистична, трудно сказать, но очень хочется верить, чтобы это было так, чтобы вот те истинные древние какие-то знания, умения, навыки, культура, чтобы они помогли нам в будущей жизни. Ну, насколько я понимаю, современную социологию, она говорит о том, что мы переживаем момент, когда действуют две противонаправленные силы. Так, скажем, условно, одну назовем глобализацией, другую назовем, там, Тофтер условно ее называл демассификацией. Этот процесс идет давно уже, и мы его наблюдаем, что с одной стороны приходят глобальные корпорации, которые там в 60-х годах, 70-х годах на полном серьезе считали, что в Китай, в Италию, в Англию, в Россию, там, во Вьетнам надо привести стандартизированные рекламные вывески, стандартизированные приемы, кормить всех одинаковыми гарбургами, и все это будут хавать. Оказалось, через 5-6 лет, что не надо в Китае вот этого добра, надо все делать под китайцев, пускай с этими плохими гамбургами, но тем не менее, или там под итальянцев, адаптировать, проще говоря, этническая там составляющая, какая она есть на сегодняшний момент вот на этой территории. Это пример того, что как действует глобализация, но разбивается от встречную запрос, демассификация. Мы все интересуемся сейчас больше тем, чем живем, как мы живем. Это вопрос, ну, для меня этот вопрос доказанный. То есть вот между борьбе вот между двумя вот этими силами, видимо, все и будет происходить. Глобализация нам будет приносить попсовые варианты, мы будем от них уставать, уходить в библиотеки и искать материал, на который можно делать что-то другое, чтобы найти новые приемы в этой вот устоявшейся парадигме, будет возникать снова высококачественный проект. Это вечный продукт хорошей музыки, не появляется больше, чем она как вот она была, так она и хорошая музыка. В силу тоже профессиональной деятельности, конечно, сталкиваешься
с молодежью, потому что студентов учишь очень много, в том числе и национальное отделение, которое у нас есть в Пермском университете. Но когда ребята ездят в экспедицию, что всегда отрадно, думаешь, ну вот ты, наверное, один такой, которого эта культура зацепила, да, и не отпускает, так скажем. Но на самом деле современная молодежь, отторжение, по крайней мере, вот у тех ребят, с которыми мы ездим в экспедиции, нет никогда. И они, по крайней мере, работают в очень разных сферах, вот современные, в Перми и так далее. Но вот столкновение с этой культурой для них тоже не проходит бесследно. По крайней мере, отторжения к этой культуре у них нет. И поэтому для этого тоже задача, видимо, одна из наших, чтобы эта культура воспринималась на равных, наряду там, с профессиональной музыкой, еще с какой-то музыкой и с другими явлениями культуры. Возможности вот этого фестиваля, я думаю, что очень большие. И далее, я думаю, что здесь, если будет поддерживаться действительно что-то подлинное, вот, каким бы оно ни было непригодным для шоу-бизнеса, если оно будет поддерживаться и будет создаваться среда для прорастания вот этих подлинных черт, нравственных черт, потому что подлинное народное искусство или профессиональное искусство, оно должно быть нравственным. У нас вот эта нравственная подоплека, она настолько сильно сейчас подменена, что мы часто вот даже общаясь вот в такой аудитории, мы не замечаем, что у нас общение очень часто выскакивает за рамкость нормальных каких-то нравственных таких плоскостей, когда мы начинаем просто там непонятно вообще, что делать. Вот. И вот здесь народная культура, она очень нравственна, так же, как подлинная церковная культура, такие стратегические такие вещи. И я думаю, что сейчас возможности информационные, они как раз колоссальны именно в том, чтобы не привносить от себятину, не домысливать ничего за народ. Народ мудр, он разберется, и все в нем происходит замечательно. Если вы просто создадите ситуацию для того, чтобы лучшее, что есть в народе, оно было транслировано как можно на большее в общем-то, информационное пространство. Есть же мнение такое, что, например, произойдет глобализация некая, да? Ну вот как Игорь, мне кажется, примерно к этой точке зрения был направлен, что произойдет нечто, что полностью, если не отменит, то, по крайней мере, усреднит этническую традицию до какого-то среднего уровня восприятия. Я так, по крайней мере, поняла. И есть такое мнение, что на смену постмодернизма, которая сейчас вот активно, в том числе и в музыке, присутствует, придет новое направление, скажем так, неоэтническое, неоэтника. Большое спасибо.